Жители Покровской и Борисовской улиц жаловались на перебои в электроснабжении. Многие люди зимой вынуждены были отказаться от обогревателей. Слишком слабое напряжение в розетках. В некоторых домах электричества еле хватало на то, чтобы приготовить еду в микроволновке. Свет, во-первых, очень тусклый. Ничего практически не видать. Вот вечером включишь свет, уже, допустим, что-то зашить или что-то такое, уже это очень трудно, потому что плохо, вообще напряжение очень слабое. Чтобы улучшить ситуацию, к работе приступило предприятие «Уссурийск Электросеть». В микрорайон протянули новую линию на 6 кВт. Провода длиной 0,5 км закрепили на 12 новых опорах, которые специально поставили вдоль дороги. После жалоб населения только сегодня заступили, сейчас демонтируем старую линию и переводим на новую линию абонентов. Подключаем. Надеемся, что напряжение будет получше. Важная задача – уменьшить потери электроэнергии при передаче по воздушным линиям. Для этого в микрорайоне установили две новые трансформаторные подстанции. Старые ТП находятся слишком далеко от домов. Раньше к ним тянулись провода на 0,4 кВт. Поставили подстанции как можно ближе к застройкам, к абонентам. Тем самым, получается, у нас линии 0,4 кВт уменьшаются, также в них потери уменьшаются. Тем самым улучшается качество электроэнергии. Сейчас этот микрорайон активно застраивается частными домами. Количество потребителей электричества растет, так что модернизация электросетей просто необходима. Сотрудники предприятия должны были закончить работу уже сегодня. Помогут ли жителям новые линии и подстанции, покажет в ближайшее время. Евгений Талов, Анатолий Молчанов, Телемикс.